Строительство школы на улице Мичурина в Краскове подходит к завершению. Какие работы уже выполнены и когда образовательное учреждение примет учеников? Об этом узнаем в сюжете Богдана Колесникова. Монтаж вентиляции, водоснабжения и канализации на финальной стадии. Разводка электрики и тепловой контур готовы, поэтому рабочие проводят внутреннюю отделку даже в зимнее время. Пока на всех этажах просторные коридоры и разметки под будущие учебные классы. Через месяц кабинеты приобретут совершенно другой вид. Их начнут оснащать мебелью и оборудованием. Только что мы вместе с комиссией и родителей, и педагогов прошли, проверили объект. Где что монтируется, поступили предложения, где нужно строителям что изменить для того, чтобы более комфортно объект функционировал. Идет согласование цветов в кабинетах, коридорах. Обязательно будем делать дополнительные проходы к этой школе. Прилегающую территорию благоустроим. Спортивное ядро с футбольным полем и баскетбольной площадкой, игровой комплекс для младших школьников установлены. Продолжаются работы и снаружи здания. Строители остекляют школу витражными стеклами, утепляют фасад, выполняют кровельные работы. Я мама пятерых детей. Уже у меня трое детей закончили, к сожалению, школу. Осталось двое. Все эти годы, то есть начиная с 2005 года, мы ждем пристройку какую-то, какое-то решение этой проблемы. То есть все дети учились во вторую смену. Это ужасная боль, это расхолаживает детей. Мы очень ждем эту новую школу, очень рады, чтобы наши дети учились только в первую смену, чтобы могли посещать кружки и секции. Сегодня даже нельзя представить, что в таком небольшом поселке, как у нас, да, будет такая современная, хорошая, большая школа. Я уверена, что вот каждый ученик, каждый родитель, придя сюда, он, наверное, посмотрит как-то по-другому. Да? Эмоций очень много. Ждем с нетерпением эту школу. Общеобразовательное учреждение распахнет двери для учеников уже 1 сентября. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Артем Морозов, телеканал ЛРТ.